О планах США стать мировым лидером в области инноваций и регулирования криптовалют заявил Эрик Трамп, сын избранного президента США. Он подчеркнул, что Дональд Трамп сделает Америку криптовалютной столицей, способствуя развитию криптореволюции. Такое заявление привлекло внимание политиков и финансовых экспертов, поскольку регулирование криптовалют остается одной из самых обсуждаемых и актуальных задач. В последние годы криптовалюты, такие как биткоин и эфириум, значительно изменили финансовый ландшафт, позволяя проводить транзакции без участия традиционных финансовых учреждений и предоставляя пользователям больше контроля над своими средствами. Вам предстоит иметь самого криптоориентированного президента в истории США. Я уверен, что Америка станет лидером цифровой революции, и это крайне важно. У вас есть человек, который стал первым президентом, выступившим на конференции по биткоин, первым, кто принял криптовалюту. Это действительно значимо, и я считаю это очень особенным. Эти идеи уже начали воплощаться в жизнь, и криптовалюты становятся важным инструментом изменений на рынках капитала, финансовой сфере, а также ключевой частью инновационной экономики. В связи с этим США нацелены на создание условий, способствующих развитию стартапов и крупных компаний, работающих над новыми технологиями, такими как блокчейн. Криптореволюция обещает глубокие преобразования и в мировой экономике также. Биткоин – это не просто инвестиция, а глобальный актив, средство сбережения и защиты от инфляции, политических потрясений и природных катастроф. В будущем криптовалюта изменит мировую экономику, выйдет за рамки границ и институтов. Мы увидим, как банки и правительства будут адаптироваться к этим изменениям. Несмотря на такие многообещающие перспективы, для успешной интеграции криптовалют в экономику США необходимо учитывать не только возможности, но и риски. Американский бизнес уже начинает приспосабливаться к новым условиям, и многие компании применяют криптовалюты и блокчейн-технологии для оптимизации своих операций. Инвестиции в эту область растут, и США могут стать центром мирового криптовалютного рынка. Однако для реализации столь амбициозных планов в стране необходимо не только поддерживать инновации, но и выработать конструктивный подход к вопросам безопасности и регулирования. Сабина Мурадова, CBC.